звучат торжественно фанфары. А почему бы мне звучать? Ведь мы сегодня отмечаем любимой школе 50. Школа 50 раз собирала детей на первый свой звонок и 50 раз отправляла их на последний свой урок. А скольких вырастить сумела, наукам разным научить, лелеяла, хранила, грела, учила верить и любить. Ты детство нашего обитель, очаг уюта и тепла, в непрочном мире ты хранитель, надежности всегда была. Так пусть же целый год фанфары звучат, родная, в твою честь, и школы нам другой не надо. Спасибо, что такая есть. Дорогие друзья, сегодня эти слова для каждого из нас окрашены особой теплотой и нежностью. Ведь сегодня в зале находятся настоящие товарищи, подружиться которым помогли незабываемые школьные годы. Сердечно поздравляю всех присутствующих с юбилеем родной школы и искренне благодарим тех, кто пришел на наш вечер. Добрый вечер, уважаемые педагоги школы! Здравствуйте, уважаемые педагоги-ветераны! Мы приветствуем почетных и высоких гостей! Добрый вечер, дорогие родители! Здравствуйте, выпускники школы и ученики! Начинаем торжественный вечер, посвященный золотому юбилею Татарской средней школы. Юбилейная дата 50. Это определенный рубеж. Мы рады новой встрече с вами, друзья. Приятно, что радость встречи разделяют с нами и приглашенные гости. Мы уверены, что вы тоже не упустите счастливой возможности присоединиться к поздравлениям. У нас в гостях Голуб Александр Владимирович, глава муниципального образования, Монастырщинский район. Титов Виктор Борисович, глава администрации муниципального образования, Монастырщинский район. Шаргай Владимир Алексеевич, председатель правления фонда примирения. Сахнов Николай Викторович, председатель пограмуправления по Смоленской области. Яконенко Николай Александрович, заместитель главы администрации муниципального образования Монастырщинский район по социальным вопросам. Самуленкова Лидия Михайловна, начальник отдела образования. Панкова Валентина Александровна, помощник депутата областной думы. Мурашкина Елена Сергеевна, глава татарского сельского поселения. Ефременкова Елена Львовна, специалист первой категории отдела образования. Торлецкий Алексей Алексеевич, председатель Совета ветеранов боевых действий в Афганистане. Гудкин Александр Минаевич, директор спортивно-оздоровительного комплекса «Смена». Гагарин Игорь Михайлович, директор кадетского корпуса имени Михаила Ивановича Кутузова. Савенков Михаил Иванович, полковник, председатель Совета ветеранов пограничной службы Смоленской области. Абрамов Александр Сергеевич, ветеран пограничной службы ФСБ России. Ковалев Иван Григорьевич, председатель управления ФСБ России по Смоленской области. Смирнов Михаил Владимирович, помощник члена Совета Федерации. Кулков Владимир Федорович, генеральный директор ЗАО «Баутек». Шубинкин Владимир Николаевич, главный редактор районной газеты «Наша жизнь». Горбатенков Дмитрий Александрович, председатель СПК районка «Агро», депутат Монастырщинского районного совета.
председатель СПК Метрополия. Солдатенков Николай Иванович, начальник Руднянского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Ростелеком. Заместитель главы муниципального образования Монастырщинский район Смоленской области. Счастливый Петр Александрович, директор Новомихайловской школы, депутат районного совета депутатов. Добрый день, уважаемые присутствующие. Сегодня действительно собралось много народа, и это радостное событие. Хотелось бы там, чтобы, если пофантазировать, чтобы это было общешкольное родительское собрание. Тогда бы, наверное, мы с вами вернулись в те далекие годы, когда эта школа работала не в одну смену. Как бы там ни было, это действительно замечательный юбилей, 50 лет. Для истории, возможно, это и немного, и немало, но за 50 лет в школе уже сложились определенные традиции, которые приумножаются, которые хранятся тем педагогическим коллективом, который на сегодняшний день здесь трудится. Всем, кто здесь присутствует, я хотел бы поблагодарить за то, что они внесли ту лепту в развитие этой школы, потому что действительно каждый выпуск что-то новое давал для этой школы. Кто-то давал отличников, выпускников, кто-то давал еще тех, кто уже на сегодняшний день состоялись по жизни в качестве уже настоящих специалистов, грамотных специалистов, которые работают в различных отраслях нашей Родины. Сегодня так бы хотелось еще поздравить в первую очередь. Это и руководство школы, и его педагогический коллектив. Потому что на сегодняшний день, в нынешних условиях, несмотря на то, что по всей стране это, наверное, проблема малокомплектных школ, они умудряются учить детей, давать им те крепкие знания, которыми они потом прокладывают себе дорогу в жизни. И в связи с этим районным советом депутатов было принято решение о награждении почетной грамотой Монастырщинского районного совета депутатов педагогического коллектива Татарской средней школы имени Матросова за значительный вклад в развитие системы образования муниципального образования Монастырский район Смоленской области, высокий профессионализм и достижения профессиональной деятельности, большую и плодотворную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения в связи с 50-летием со дня образования школы. Это действительно заслуженная награда. К этой грамоте также денежная премия от присутствующих здесь депутатов, которая... Добрый вечер, уважаемые выпускники, жители татарского сельского поселения. А я уверен, наверное, все жители нашего татарского поселения являются выпускниками данной школы. Уважаемые гости сегодня нашего праздника. Позвольте искренне вас поздравить с этой знаменательной датой. 50 лет. Дата историческая. Я думаю, она надолго, это мероприятие останется в памяти наших выпускников. Сегодня вы слышали ведущие, называли гостей, тех, кто здесь присутствует. Это люди, действительно, которые прославляют наш Монастырский район, те, которые являются выпускниками этой школы. Я хотел бы вам всем пожелать успехов, здоровья крепкого, всегда помнить, не забывать свою школу и прославлять ее дальше. А сейчас позвольте мне зачитать поздравления, поступившие в адрес коллектива татарской школы от областной администрации и областной думы. Коллективу татарской школы, уважаемые коллеги, примите самое искреннее поздравление с 50-летием Татарской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Вадима Александровича Матросова. Ваше учебное заведение занимает достойное место в системе образования Монастырского района Смоленской области. Педагогический коллектив отличает высокий профессионализм, преданность любимому делу, творческий подход к работе. Из года в год педагоги школы передают свои знания и опыт детям. Являются примером высокой нравственности, честное и добросовестное отношение к делу.
выражаем слова искренней благодарности за ежедневный, самоотверженный труд. Убеждены, что бесценный жизненный опыт и знания впредь будут служить развитию системы образования в родной школе. Председатель областной думы, секретарь регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Игорь Васильевич Ляхов. Коллективу татарской средней общеобразовательной школы имени Матросова. Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда, учащиеся, родители, учебно-воспитательный персонал. Поздравляем вас с 50-летием вашей школы. За многолетнюю историю, стараниями нескольких поколений педагогов, в школе сложилась эффективная система подготовки выпускников, которая дает не только образование, но и помогает найти им достойное место в жизни. Труд педагогов заслуживает большого признания и благодарности. Вы осваиваете новые программы обучения, современные методы работы. Своим талантом и мастерством зажигаете сердца учеников. Профессионализм и самоотдача педагогического коллектива, поддержка и взаимопонимание со стороны родителей, вовлеченность учащихся в образовательный и воспитательный процесс – вот основные определяющие успехи вашей школы. Во все времена вы находитесь в центре общественной жизни, являетесь хранителями знаний, культуры и высших духовных ценностей. В историю школы золотыми буквами вписаны имена педагогов, заложивших основы сегодняшней школы. Все, кто в разные годы отдавал частичку себя, своего сердца, носил свой вклад в развитие и процветание школы. Слова особой благодарности выражаем ветеранам педагогического труда. Юбилейный год желаем всем, кто связан с богатой историей школы и ее будущим, новых достижений, побед, бережного отношения ко всему, что связано со школой, малой родиной, чтобы будущие достижения школы всегда служили во благо великой России. Мы, уважаемые выпускники, гости нашего праздника, позвольте мне зачитать почетную грамоту Смоленской областной думы, почетной грамоты Смоленской областной думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и исполнение служебных обязанностей, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения Смоленской области награждается Степкин Сергей Сергеевич. Все, наверное, знаете, выпускники школы, что много было директоров школы, все внесли свой неоценимый вклад в становление татарской школы. Но самый большой период, 18 лет, в школе в звании директора отработал Сергей Сергеевич Степкин. Слово для приветствия предоставляется Сахнову Николаю Викторовичу, председателю программоуправления по Смоленской области, а также посметному Николаю Анатольевичу, полковнику запаса, ветерану пограничной службы ФСБ России. Сократили на выдвижение, решили напрямую срезать. Уважаемые ученики, уважаемые учителя, уважаемые бывшие ученики и выпускники этой школы ранних годов, от имени сотрудников пограничного управления я поздравляю вас всех с 50-летием образования школы имени Матросова. Разрешите пожелать ученикам отличных и хороших успехов в учебе, учителям крепкого здоровья и огромного терпения, а директору школы вручить от имени начальника пограничного управления приветственный адрес. Уважаемые друзья, хочу выполнить приятную миссию. Сертификатор на получение культурного премии «Бизнес» от Смоленского завода цементных смесей, фонда примирения, пограничного управления ФСБ России.
пограничников Смоленщины. Награждается наш уважаемый директор, его школа. Когда я сейчас шла к микрофону, мне в памяти почему-то всплыли слова поэта. И, на мой взгляд, эти слова отражают мое внутреннее состояние. У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг, чтоб уединиться. Где память, как строка почтового листка, нам сердце исцеляет, когда оно томится. У каждого из нас на свете есть места, что нам за дальнюю лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота, нас делает моложе. И таким вот местом для меня лично, как выпускницы этой школы является эта школа. И думаю, и для многих выпускников школы. Школа – это наш дальний берег детства, нашей юности. Отсюда мы ушли в кружение лет. Очень часто слышим мы, что я достиг того-то, вот таких вот вершин, благодаря там своим способностям и прочему, прочему. Я считаю, что каждый, кто чего-то достиг в жизни, он обязан своим родителям и школьным учителям. И вот когда я шла, мне на миг показалось, что я иду получать аттестат из рук нашего любимого директора Льва Романовича Гоева. Я вот сейчас вспоминаю те школьные годы и как мы пришли в это школьное здание, каким оно было, сколько нам пришлось потрудиться для того, чтобы после строителей привести его в нормальное состояние, благоустроить школьную территорию. И вспоминаю наших учителей, нашего директора, которого мы любили, который был строг и который, казалось, знал буквально все. С ним можно было разговаривать на любые темы. И наши учителя, вот вспоминаю сейчас Коноплева Василия Ивановича, математика, который учил нас думать, анализировать, который заставлял нас учиться, и самое главное, он учил нас учиться, и нам в жизни все это потом пригодилось. Ну, а мне, собственно, Василий Иванович как бы дал путевку в жизни. Я хотела поступать в энергетический институт, а он мне сказал: «Валя, поступай в пединститут, на физмат будешь человеком». Ну, не знаю, получился ли человек, но все-таки роль Василия Ивановича очень-очень велика. Дальше я вспоминаю нашу учительницу немецкого языка, Альбину Владимировну Саврасову. Это действительно была знающая учительница, сколько она требовала от нас. И знаете, мы в свое время, нам казалось, боже мой, ну зачем нам эти пересказы по немецкому языку, как она нас достала этим всем. Но когда я пришла учиться в институт, у нас группа была, в основном были все медалисты, и все пятерки были по немецкому, а у меня четыре. Я сидела, сжалась, думаю, ну как это мне будет с моей четверкой по иностранному. А потом оказалось, что моя четверка в 10 раз лучше иных пятерок. И я сделала вывод, что действительно надо ставить оценки ученикам по заслугам, чтобы человек знал, что он стоит и как он знает. И все наши учителя учили нас жизни. Тамара Тихоновна, такие прекрасные уроки литературы. И мы, естественно, многие никогда их не забудем. Они воспитывали в нас доброту,
патриотизм, веру, светлое будущее. Они учили нас быть благодарными и своим родителям, и учителям, и всем тем, кто принимает участие в нашей жизни. То есть вот школа, и сейчас, конечно, нет времени, чтобы всех назвать, но это были настоящие учителя. И наш зауч Вера Абрамовна, которая действительно, казалось, на своих плечах несла очень тяжелый груз. И наш классный руководитель Владимир Васильевич Гуков. То есть все они делали из нас людей. И за это им вечная память и огромное спасибо. Педагогическому коллективу школы я хочу пожелать творческих успехов, чтобы они достойно продолжали дело наших учителей. Ученикам школы я скажу коротко: учитесь, не ленитесь, легче жить будет. И еще, пусть ваше сердце не забудет тех, кто вас выводит в люди, кто вас выводит в мастера. Поздравляю всех с юбилеем школы. Всего доброго, всего светлого всем вам. Депутат Смоленской областной думы Александр Владимирович Калугин не смог сегодня прибыть на ваше торжество, и он поручил мне от его имени поздравить вас с юбилеем школы, пожелать успехов, здоровья, добра, радости всем и педагогическому коллективу, ученикам, родителям и всем бывшим и нынешним выпускникам школы. И он преподносит в дар школе принтер для того, чтобы все участники учебно-воспитательного процесса могли с успехом работать на компьютерном оборудовании. Ну, принтер уже в школе находится, я думаю, нет надобности его сюда выносить. И еще раз всех с праздником! Не мысля гордый свет забавить, всем сердцем школу возлюбя, здесь собралась ее поздравить большая дружная семья. Не будем мстить, играть, лукавить, а вместе, правду не тая, мы постараемся представить в полвека путь от А до Я. Школа, моя школа. Эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого. Школа в нашей памяти – это светлые классы, исписанная мелом доска, потерянный где-то дневник, первая влюбленность, строгие учителя, родительские нотации. А как здорово звенел школьный звонок с последнего урока. Двери школы победно гремели салютом, школьный двор оглашали радостными криками «Ура!». Уроки кончились. А на школьном дворе роняют листья тополя, шумят осенние ветра, озорно пробегают школьные годы. Школьный двор, скамейка, воспоминания. Год 1965. 22 ноября 1965 года было подписано решение исполнительного комитета Монастырского района Совета депутатов трудящихся номер 357, которое гласило ввести в эксплуатацию школу на 536 учащихся в поселке Татарск с 22 ноября 1965 года. С этого момента начался официальный отчет истории татарской школы. Когда природа крутит жизни пряжу и вертится времен веретено, ей все равно, идет ли нитка глаже или с задоринками волокно. То придает, выравнивая прямку, тогда разгон и плавность колесу. Кто вносит в шум разрозненности жалкой аккорда благозвучие и красу. Кто подвиги венчает,
Кто защита земле за годом год, за веком век, пока она несется по орбите? Конечно, это человек. Именно люди – главное достояние и гордость школы. Первый состав учителей оказался поистине легендарным. Среди них были участники Великой Отечественной войны. Это Лев Романович Гоев, Николай Семенович Прилепко, Афанасий Яковлевич Максимов, Петр Геннадьевич Захаренков, Василий Иванович Коноплев. Они знали цену человеческой жизни, понимали значение образования, любили свою работу и учеников. Это были, без преувеличения, выдающиеся учителя и выдающиеся люди. Сколько существует школа, столько живут они в благодарной памяти своих учеников. Занимались во вторую смену. Обучение учащихся начальных классов продолжали в Бохотской, Куровщинской, Кисловской. Будем брать пример с первых выпускников.
выпускников нашей школы и постоянно выпускников нашей школы. Большое вам спасибо. А есть ли
всех, кому не хотели встретить, но вот они не приехали. Им можно передать привет. Вот кто, кого бы вы хотели видеть из своих школьных друзей, но вот вы давно их не видели. Да, я бы хотела передать большой привет своей подруге. Она находится в Витебске, но она не смогла приехать. Большой привет. Скажите, как вас зовут? Солдатенко Валентина Ивановна. Вот, Ефименко Дмитрий, не знаю, как уже по отчеству, он недалеко от нас живет, где-то возле Рослова, ну, это я вот с ними училась с первого класса по 11. Ну, многих уже нет живых, а вот тех, которых я знаю, поблизости я не знаю. Мы надеялись все, что сегодня встретимся, мы часто с ней встречаемся, с Литой Красовой, она в районе уже. Может, что-то нет, да. Вот, кто там еще у нас? Катя Гуреева, Вера Книга, потом Коля Велесов, Володя Тименков, Саша Мурашкин. То есть очень многих-многих мы. Всем им привет большой и самое наилучшее пожелание. Я думаю, что у вас. А вы там можете. Всем выпускникам 10 А класса, всем, кто остался жив, кто помнит эту школу, всем большой-большой привет. Будьте здоровы, вы и ваши сыны. Спасибо. 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 Да, здесь у меня работает сестра, здесь у меня работает жена сестры.
у меня отец был здесь председателем родительского комитета, поэтому и меня очень много связывает с этой школой. Я очень благодарна этой школе за все. Она нас вывела в люди, замечательные одноклассники, с которыми мы до сих пор поддерживаем отношения. Поэтому всем еще раз говорю огромное спасибо учителям нынешним, которые смогли организовать этот вечер. Извините, я очень благодарна. Сергею Кучеру, 79-й год. Мы пришли сюда из Добросельской школы. Что произвело впечатление, это спортзал. Если бы я мог в нем спать, я в нем оставался спать. Владимир Леонидович не обидится, если я приглашу, если здесь находится наш Александр Павлович Рожков, мой любимый преподаватель. Александр Павлович, если здесь, подойди, пожалуйста, очень хорошо. Наша физкультурная жизнь оставила неизгладимого впечатления. Своим детям, а теперь уже и внукам, я рассказываю историю, как мы ездили играть в остер за Монастырский район, а потом ночью возвращались, как мы спали на вокзале в починке, добирались на попутках. Это осталось на всю жизнь, это было весело. Все это запомнили. Нету Палыча. К выступлению готовится. Тогда уважаемому руководителю, Владимир Ильич, примите, пожалуйста, от физкультурной общественности, от ваших учеников. Александр Павлович, он застенчивый, поэтому он не выйдет, а он здесь. Стихи 1976 года. В 1966 году мы пошли в первый класс. Вот вы рассказываете об открытии школы. Вот с этой девушкой мы 10 лет просидели за одной партой. Нет. Но это было в начальных классах, а ребят у нас много. Выпуск у нас был 76 человек. Большая благодарность всем нашим учителям. В этом году, когда летом 40 лет исполнится, на 25-летие школы мы приезжали. Собралось нас много, человек 25-30, наверное, да, Лидия Поликарповна? Вы, наверное, помните, Нина Николаевна наша была, бессменный классный руководитель. И Ирина Петровна, да, вот так, в другом классе была у нас. Вот. Спасибо нашим учителям за те глубокие знания, за то, что они нам дали по жизни. Вы знаете, когда, как говорится, и тоже то, что прожил, у меня вчера была такая возможность, я внуку отправляла в Москве, всю ночь не спала, в машине все вспомнила. У нас такие хорошие девчонки и ребята выросли, такие достойные специалисты, семьянины. И вот сейчас мне очень часто по бывшему роду своей деятельности приходилось со всеми встречаться, беседовать. Не стыдно было, вы знаете, с людьми просто. Вот, спасибо всем учителям. Александр Павлович появился, он тоже нас учил. Действующая жена. Как бы хотелось, чтобы история опять повторилась. Вот этот год, 1974, 1 сентября на школьной линейке, ну, которая в этой школе для меня, соответственно, была первой,
Она происходила на спортивном футбольном поле. Нас присутствовало 420 учеников. И как бы я сказал, очень хотелось, чтобы история повторилась, чтобы в этой школе 420 учеников, ну, конечно, может быть, не через год-два, там, ну, хотя бы лет через 15-20, но было опять. Уважаемые товарищи, всех вас с сегодняшним праздником, всех благ, всего-всего самого доброго.
Я прям растерялся даже, что просят, не знаю. Все просят и просят. Дорогие друзья, здравствуйте. Очень приятно встретиться через много лет. Аж уже 34 года, как мы закончили эту школу. Я, вот как и Николай Иванович, пришел в эту школу в 74 году. Только в 4 класс, а он был в 9. Из Куравчинской школы. Ее, кстати, прикрыли. И вот я с болью вспоминаю, что в школе было около 100 человек. Даже. И все равно ее закрыли. Тогда проводили эту политику укрупнения. Я пришел в эту школу. И сразу, конечно, эта школа меня поразила, потому что она была, ну, новая, была очень ухоженная, аккуратная. Все здесь блестело и сияло. Представьте себе, что я из деревни, в общем-то, с небольшой деревни пришел здесь. В общем-то, мы приучались к цивилизации, наверное, в этой школе впервые. Вот, в нашем классе было 33 ученика. Я всех хорошо помню. Потом в 9 классе к нам еще присоединились ребята. И выпуск был 57 человек. Но их уже нет в живых, к сожалению. Конечно, вот вспоминали Льва Романовича Гоева, директора первого, наверное, директора этой школы. И он, конечно, был... Вот я свое впечатление могу сказать, что этот человек был очень авторитетный, понимаете? Он, конечно, был строгий, такой жесткий, и вот мог, наверное, даже и подзатыльник отвесить, но никому даже в голову не приходило обижаться на него, понимаете? Авторитет его был высок не только среди учеников, но и среди родителей. Это был замечательный человек, мы его уважали. Всегда. Я думаю, что нет ни одного человека, который может как бы что-то такое негативное сказать о нем. Он проводил у нас в интернате здесь. И да, я вот еще хочу сказать, что я провел очень много времени в школе в этой, потому что я прямо здесь и жил зимой. Поэтому вот Лев Романович приходил, проводил у нас политинформации, так с картой под мышкой он идет. Любимая школа, мы действительно одного выпуска. 35 лет назад мы были учениками 10 класса. Сейчас мы уже немножко повзрослели. Нас почему-то приехало не так много, как в другие годы, в другие выпуски. Но всегда приятно приезжать в свою родную школу. Если честно, очень часто приходится слышать там: «Ой, да ты закончил деревенскую школу». Я так послушаю сюда, и что? И я закончила деревенскую школу, и этим только горжусь. И знания здесь давали не хуже, чем любой городской. И сейчас продолжают давать такие же крепкие знания. Вот все думала, что же сказать. Буквально один маленький пример. Работаю сейчас как раз там, то есть принимаю с гордостью всегда выпускников, в том числе своей школы, своего района. Всегда это очень приятно. И сейчас учатся много студентов у нас, но... На втором курсе учится ваша выпускница. Учителя наверняка знают, о ком я говорю сейчас. Много поступило медалистов. Но на отлично она одна закончила сессию на первом курсе. И сказать, что это только ее заслуга, наверное, нельзя. В первую очередь, здесь правильно сказали родители, но и школа. Это моя любимая родная школа татарская. Поэтому всем учителям хочется сказать огромное спасибо. Но мне... А помните вы то, помните то, конечно, помним все. Помним... Всех, помним все, как и эта родная школа помнит все наши достижения, наши неудачи, падения, взлеты. Конечно, маленькие секреты, которые утаились от преподавателей наших. Вот. Ну, конечно, хочется от всего сердца поблагодарить и пожелать всего хорошего, успехов тем учителям, которые работают в этой школе. Творческих успехов, терпения, конечно, учеников как много, как можно больше, чтобы эти двери принимали юных и выпускали зрелых людей. Вот. Юному поколению
пожелать: любите, уважайте, цените ваших преподавателей, их труд, и помните их всегда, где бы вы ни находились, где бы вы, что бы вы ни делали, потому что ту тропинку первую, ту дорогу в жизнь, как правило, направляют они вас. Галина Николаевна, большое вам спасибо от меня лично, и я думаю, что от наших выпускников 86-го года, может, они еще тоже скажут, за тот труд, за то терпение, за воспитание, за уроки математики, которые вы вложили в нас. Большое спасибо, поздравляю. В одной известной песне кто-то переделал, я не знаю, к сожалению, слова. Та школа на пригорке, та школа, без которой нам не жить. Спасибо. С праздником, с юбилеем. Хочу сказать несколько слов. Я тоже всех вас помню. Рада очень встрече с вами. Мы не первый раз с вами встречаемся. Вам есть что вспомнить? Школа подарила вам новых друзей. Вы помните свои первые успехи и неудачи. И всегда, думаю, рады мы вам и вы нам тоже. Большое спасибо. Полякова Арина. Музыкальная композиция «Неприятность эту мы переживем». Руководитель Липова Нина Петровна. Потрещать, что ли, о школе? Друг сказал девчатам Боря. Я разбил окно вчерась. А что слышно там у вас? А вот мы химии чистали в кабинете в перерыв. Что к чему напримешали, но раздался страшный взрыв. А вот мы на русском в среду зарядили динамит. И теперь портрет Толстого правым глазиком косит. А вот к нам из института практиканток привели. Мы одну из них случайно до инфаркта довели. Но мы недолго развлекались. Директор беспредел прервал. Совещание вернулся и к порядку всех призвал. Я сейчас открою тайну. Не директор он совсем. Он Джеймс Бонд, он терминатор. Настоящий 007. С 2012 года школу принял новый 007. Сегодня директор школы Пулатов Владимир Энверович. Владимир Энверович, как работается директором в современных условиях? Расскажите, пожалуйста. Ну, это очень сложный вопрос. Вы сами знаете, что большие перемены в образовании. Те, кто работает, это новый закон образования. Вступили у нас в ПГОС, так называемый, это федеральный государственный образовательный стандарт, как начальный, так основной, так и средней школы. Ну,
в общем-то, легко. Приходится всем нам. Уважаемые гости, уважаемые учителя, выпускники, вот приятно видеть в зале такое количество людей. И все сегодня говорили теплые слова о школе, об учителях, о своих одноклассниках, вспоминали, ну еще я думаю, что будут вспоминать, потому что вечер не заканчивается. Я хотел бы, много сегодня говорили об учителях, о тех, кто начинал, о тех, кто их сменял, а я хочу пригласить на сцену нынешний коллектив, с которым работаю я. Пожалуйста, учителя, поднимитесь. Физрук. Опять прячется. Уважаемые выпускники, посмотрите, на сцене стоит именно та элита, которая сейчас правит школой. Это те люди, вы видите, это разного поколения люди, но они все преданы своей профессии. Я хочу от депутата Государственной Думы Артема Турова вам прочитать следующие слова. Дорогие учителя, вам подвластно великое чудо творить человека. Именно вам удается увидеть в каждом ученике талант и способности и раскрыть их в полной мере. В вашем труде сочетается радость творчества, сила духа и способность сопереживать. Для ребят школа – это начало пути во взрослую, серьезную жизнь. Именно в школе они получают знания, опыт, учатся ответственности и дружбе. Школа – это воспоминания, которые они принесут через всю жизнь. Этот праздничный день хочу пожелать сохранить дружный педагогический коллектив, способный привести учеников к новым успехам, прославляющий родную школу. Артем Туров. Ну, от себя лично я хочу пожелать вам крепкого здоровья и благодарных учеников. Мне с вами очень приятно. От чистого сердца.